Жаровни электрические МС-10, МС-50 и МС-100 чанного типа помогут решить ваши задачи по жарке или сушке практически любого сыпучего продукта. Благодаря точной регулировке температуры, автоматическому перемешиванию продукта во время жарки и равномерному нагреву поверхности вы всегда получаете качественную прожарку. Технические характеристики. Производительность до 10, 25 и 50 кг в час. Разовая загрузка до 10 кг, до 25 кг и до 50 кг, в зависимости от плотности сырья. Емкость чана 40 литров, 100 литров, 190 литров соответственно. Температура нагрева от 60 до 280 градусов. Производительность указана по семечке подсолнуха и может отличаться в зависимости от насыпной плотности продукта. Производительность по вашему продукту уточняйте у менеджеров завода. Сохраните вкусовые качества продуктов благодаря открытой поверхности из нержавеющей стали и постоянному перемешиванию продукта. Жаровни МС используют для жарки белой и черной семечки, орехов, например, арахиса, кешью, фундука, тыквенных семечек и кунжута, зерна кофе и подобных семян. Обжаривание макарон, жарки и сушки гороха, риса, гречневой крупы и даже сушки кинетического песка. Если сомневаетесь в качестве жарки вашего сырья, предлагаем протестировать работу жаровин на вашем сырье в лаборатории завода или у дилера. Тены из нержавеющей стали равномерно распределены по поверхности. Теплоизоляция с отражающей поверхностью позволяет экономить электроэнергию. Во время работы тены потребляют всего 50% от номинальной мощности. Лопастной ворошитель особой формы равномерно перемешивает сырье, не создает сильной волны и сырье не скапливается по краям. Мотор-редуктор позволяет перемешивать любые продукты, даже такие, как мокрый песок. С помощью цифрового терморегулятора точно устанавливайте температуру под любое сырье, и температура жарочной поверхности будет одинаковой. Контролируйте степень жарки и готовности продукта органолептическим методом по вкусу, цвету и запаху готового продукта. Чтобы извлечь готовый продукт из чана жаровни, просто откройте шиберную заслонку. Гарантия на продукцию 24 месяца. Комплектация. Жаровня электрическая в сборе. Ворошитель. Паспорт. Аксессуары и запасные части. Крышка из нержавеющей стали. Дополнительный ворошитель. Частотный преобразователь. Комплект тенов. После жарки рекомендуем использовать машину для очистки «Бриз». Она устранит эффект грязных пальцев, охладит и сделает продукт хрустящим. А фасовочно-упаковочные машины DXDK упакуют готовый продукт.